Мы возвращаемся к горячим новостям, которые приходят из Америки. Дональд Трамп подписал указ о выходе из Трансатлантического партнерства. Это соглашение об отмене торговых пошлин с 12 государствами год назад ратифицировал Барак Обама. Предполагалось, что на долю стран, входящих в новый союз, придется почти 40% мирового ВВП и более четверти оборота мировой торговли. Трамп уверен, своим указом он спасает американских производителей. Тем временем противникам новой администрации вот уже 3 дня не дает покоя инаугурация. Злопыхатели выискивают мельчайшие огрехи в церемонии, и крепче других сейчас достается 10-летнему сыну Трампа. Бэрона высмеивают за то, что он, стоя рядом с отцом, едва от усталости держался на ногах. Пользователи интернета превратили свои насмешки в настоящую травлю, которую, к слову, поддержали некоторые американские СМИ. В частности, газета USA Today предложила накачать сына Дональда Трампа энергетиками. Издевательства зашли так далеко, что за Бэрона вступилась дочь проигравшей выборы Хиллари Клинтон. Через социальные сети Челси попросила оставить мальчика в покое. Она написала, что ребенок имеет право оставаться ребенком.